Привет всем. Будет небольшой обзор сейчас фитинга, соединителя под пресс. Вот, General Fitting. Вот такая толстая деталька. Металл как бы не пожалели. Вот, латунь. Здесь резьба под конус. Это сделано для того, чтобы был какой-то момент при закрутке. Момент, когда заканчивает закручивать, закрутил, и так там остается две нити. Но нету насечек под лен, конечно, не очень хорошо. Могли бы прокатать, потому что лен все-таки болтается там немножко, когда сверху намазываешь. И покрытие нету никелева. Оно все-таки защищает получше. Даже если хорошая латунь, то меньше грязь пристает и может какая-то мелкая коррозия возникнуть. Ну а здесь вот если латунь, то анаэробный герметик сразу быстро схватывается, в общем, хорошо. То есть здесь снаружи можно было покрыть. Ну где вода контактирует или воздух, а в других местах можно было не покрыть. То есть покрыть потом, обточить, и было бы отлично. Ну, либо все покрыть, как Вальтек делает. Тоже бы подошло. Потом так по штуцеру. Резиночки вместе друг к другу. В общем, они немножко выпирают. Здесь насечки. Сколько их тут? Четыре штуки. Косым такие скошенные насечки, как раз которые на штуцерах должны быть, но они такие маленькие, немножко я бы погрупнее сделал, конечно, не мне советовать им, но вот мелковаты все-таки они, деталь-то большая, а здесь просто прорези перпендикулярные. Я не очень понимаю, он отжимает с двух сторон. Здесь и здесь. Почему здесь такой? Здесь такой. Прямой угол, как получается. Здесь тоже прямой. Ну, в общем, можно было использовать одинаковые. На самом деле, чем больше канавка, тем лучше. Потому что мягкая часть внутренней трубы заходит и держится крепко. Хотя на штуцерах делают ну, то самые хорошие, это рехау, там они просто вот такие перпендикулярные полосочки делают. По идее, что главное размер, глубина вот этой канавки. Что это? Ну, тут они решили так и так сделать. В общем, я думаю, они одинаковые, если не делать слишком мелкие только зацепы. Так, что еще можно сказать? Гильза отлично сделана, она симметричная. Можно так и так вставлять, не перепутаешь. Здесь указано General Fitting, сертификация немецкая, по-моему, и профили TN, H, U. То есть можно TN обжимать и H, и U. Это хорошо, чем указано, потому что H, U он как не захватывает пластик, как я понял, и здесь обжимает, не треснет сам пластик, если случайно на него перекосишь, может треснуть, это ни к чему. Это, в общем, все. Хорошая деталька. Здесь обозначено 13, не знаю, что это, диаметр какой-то, что ли. Диаметры немножко другие. Вот, обработка хорошая. Но деталь, конечно, не дешевая. Ну, на отопление, на горячую воду только хорошие детальки и надо ставить. Ну и написано, сделано в Италии. Не подделка. Купил в Метизах. Все, всем спасибо. Это Ганс Мюллер. До свидания.